наша отрасль первая столкнулась с введенными мерами. В день, когда Кабинет министров объявил мораторий на проведение массовых мероприятий численностью более там, 60 или 200 человек, фактически вся отрасль была умноженная на ноль полностью. Все остановилось. Концертно-театральная отрасль – это не только про артистов, это про десятки тысяч людей, задействованных в ней, обслуживающих, начиная, условно говоря, от водителей, от инженерного персонала. Это компании, которые обслуживают отрасль, технический персонал, рекламные агентства, билетные операторы. Вот как и планируете свое будущее? Ну, смотрите, сейчас ситуация выглядит таким образом. По приблизительным оценкам, потери отрасли только на период коронавируса – это 500 000 000 гривен. Этот объем потерь может достигнуть 1 000 000 000 до конца этого года, при условии, если пандемия будет взята хоть под какой-то контроль, и мы исходим из того, что приблизительно через 3 месяца отрасль начнет заново восстанавливаться. В нашем случае заново восстанавливаться – это не просто открыть концертные залы, а это заново начать планирование, а это горизонт 6-12 месяцев. Скажите, а вот в худшем случае, возьмем вариант нехороший, что это длится еще долго и долго и долго, до конца года, ну, к примеру. Да. Сколько людей потеряют работу в вашей отрасли? Ну, примерно. Ой, ну, сложно сказать, но я думаю, что это там несколько десятков тысяч.